Часто получаю заказы с просьбой положить пушистый кустик. Друзья, у меня однолетних пушистых нет. У меня вот в основном в 2 и в 3 ствола, если почка, да, если вот черенок имеет 3 почки, да, в основном 2. Бывает, кстати, 4. Вот кто это у меня? Панчета. Вот есть 3 ствола. Это самые пушистые. Очень пушистые, предпушистые. У меня таких нет. А если и есть, то это уже как бы для меня брак, я их переформировал. Почему нет пушистов? Потому что вот как у меня выпустил черенок, 2 побега, так я его сохраняю, его не прищипываю, вот здесь не прищипываю, чтобы он был мощнее. Зачем? Вот эта прищипка, она еще сдвигает цветение. То есть на будущий год у меня такие черенки прищипнутые, да, которые 2 ствола, чтобы они еще были пушные, они у меня не процветают. Все равно нужно переформировать. Поэтому у меня не бывает пушистых. Нет, бывает, но это уже идут саженцы 3-летние. То есть вот для меня вот это пушистый. Пушистый саженец, это панфлора, 3-летка. Вот видно, да, что были обрезки. Вот пушистый, цветущий куст. Вот для меня это пушистый и товарный вид. Все, что в черенках пушистое, у меня таких не бывает. И если, говорю, есть, они идут в брак и на переформировку. Поэтому у меня из малышей только 2-3 ствола. А пушистые, это все идут в 3 литрах. 3-4-летки, да, вот они, пушистенькие, вот такие, но никак не однолетние саженцы, поэтому пушистых у меня не бывает в 0,5, в 5-9.